пуговицы подзабил. Давай, кто тебе снимет? Так ее надо почистить, и со шкурка! Это даже не мытое, чё, блядь? Я помыл, блядь, чё? Блядь, ебать ты доводишь. Блядь, пойдем на твою желудку завтра, брат. Самолет. Со шкурой съел! Я со шкурой готовлю. Всё, блядь! Смотри, смотри, сколько тебе сердечек. Жестко? Я. Сусово? Я не сусово? Ебану. Как? Давай, давай. Как? Вот, стой просто, ровно. Я в целом понял, но я не понял, как это им сделать, потому что физически тяжело. Все, вот вставай вот так вот, встань просто, как каракатиц. Нет, вот так вот и вот так. Похуй, крути. Блядь, ты её почти воткнул башкой, блядь. Да вы ёбал. Да там тайна. Там, знаешь, ну, короче, я постараюсь, чтобы об этом никто не узнал вообще, типа, в целом. Просто это все началось в интернете, по сути. Ну, стешишь, гадина, ну, стешишь. Не, просто я это узнал все, ну, это все началось с интернета, и... Типа, надеюсь, там оно и закончится в интернете, а тут, типа, начнется что-то новое. Тяните сюда. Моя зайка. Все, успокойся. Только давай, блядь, без интернета это говно все, серьезно. Привет, ребят. Для меня есть хорошее для вас послание. Послание, которое вы должны услышать. Не верьте всему, что происходит в интернете. А если верите, то задавайте себе вопрос. Правда? By the way, guys, did you watch? Ты знакома с таким выдающимся человеком, как Богдан Вавилов? Лично нет, но с его творчеством отдаленно знакома. Очень хотелось бы, конечно, познакомиться лично, но мне кажется, что мы, мягко говоря, не сойдемся характерами. Мягко говоря. Мне кажется, что я не очень заинтересую его как личность, как девушка. Хотя он, конечно, очень привлекательный мужчина. Спасибо за фоллоу. Спасибо за фоллоу. Вы очень милые. Мне очень приятно, что вы сегодня со мной. Так, стрелки у меня сегодня снова не получаются. Ну что ж. Что поделать? Нет, там одни и те же моменты просто. Да. Я не помню уже. Папа! Ну что ты делаешь? А что? Чё? Ой, блядь. Ой, блядь. Оказывается... Уебан, мрак! Я все клипы удалил с того стрима, поэтому она ничего не видит. И типа... Кулич, ты мне интересно, это все было порофлить на стриме, поэтому ты мне интересно в плане никакого общения, мне, ну правда, но это было просто посмеяться, поиграть с твоими чувствами и все. А клип вы не сделаете, потому что я клип удалил. Ой, блядь. Оказывается.
Уебан, мрак! Я все клипы удалил с того стрима, поэтому она ничего не видит. Кулич, ты мне интересно, это все было порофлить на стриме, поэтому ты мне интересно в плане никакого общения, мне, ну правда, но это было просто посмеяться, поиграть с твоими чувствами и все. А клип вы не сделайте, потому что я клип удалил. Ой, блядь. Ой, блядь. Оказывается. Уебан, мра! Я все клипы удалил. Ближе друг к другу. Ты мне кладешь ближе вот так вот, а я тебе вот так вот. И вот, и все, и поехали. Пусть. Во, да! Да! Это хуйня какая-то, ебаная. У вас карандаши при себе? Да, мой карандаш всегда при мне. У меня есть ручка. А какой карандаш? А зачем? Сложно, я вообще никогда картошку не варила. Ни... Опа! Ого, блядь! Нахуй маму пародируешь-то, блядь, свою? Ты охуел, пёс, блядь? Извини. Мама это святой пёс, сука. Извини. Ой, блядь. Кам. Скриншотти? Ебать там. Блядь. Глотай, блядь. Короче, как-то так. Злой тоже хочет к вам приехать? Да, мы всегда рады. Да, гостям. Конечно, рады, блядь. Только как потом гостей выгонять, блядь? Не понял. Которые с мужем не совпадают, например. Только выгонять не надо, просто... Я в загоне лошадь спизжу и поскочу в аэропорт вот так. В погоню, блядь, в погоню, нахуй. Ебать, прикинь, приехал, наели, накормили, напоили, блядь. Резюки насыпали и злой на лошади так. Ускакал, нахуй. Все. Акуля член. Акуля член, моя любовь. Арина, ты дойдешь, пожалуйста, сюда? Да.